В этом видео мы рассмотрим сумку-переноску Isabella итальянской фирмы Croki. Сделана переноска из нейлона и оснащена двумя ручками – длинной на плечо и короткой для переноса животного в руках. Эта сумка удобная не только для животного, но и для владельца. Она оснащена двумя карманами на липучке и одним большим карманом на змейке. Открывается сумка сверху и сбоку с помощью липучек и змеек. Также в переноске есть съемное дно. Эта сумка не только стильная, но еще и практичная и удобная.